Всем привет, всем добрый день, вы на канале У Черновой. Короче, мы едем забирать документы Монике в школу, потому что она сдала все экзамены. Поздравляйте нас, я, кажется, доволен больше всех на свете. Моя старшая дочь, наша старшая дочь, закончила официально среднюю школу, потому что мы, когда были на выпускном, мы не знали, закончила она или нет. Я могу сказать, нет. Почему Давай. Такие сомнения? Да. Почему такие сомнения? Потому что нам Моника сказала, что она очень плохо написала экзамены, она так думает. Она говорит, мама, папа, да ничего непонятно было, вообще было ничего непонятно, я ничего не написала. И мы с такими мыслями как бы думали, что, ну, блин, возможно, и нас учительница напугала там, да, что если что меньше... экзамены очень сложные что были. Что очень сложные экзамены, что если меньше 5% ты их сдал, то ты не заканчиваешь школу, ты просто ничего не получаешь. Ты можешь на следующий год прийти просто с этим табелем в 12 класс. И мы безумно переживали. Зная Монику, ничего бы она не пошла в 12 класс, она бы психанула. И как? И я вижу вчера сообщение, мы вчера забыли об этом сказать, от учительницы, типа, добрый день. Я боялась его открывать. Я боялась, а она пишет, я могу вас обрадовать. И сегодня просто Моника на работе, и мы едем забрать документы вместо нее. Хотите, я вам сейчас что-то покажу? Такой небольшой лайфхак. Тихо, не ржи. Нет, просто я сейчас еду, смотрю на это и думаю... Это понты просто. Просто... Что ты тут перебиваешь? Господи, ну, блин. Нам некоторые люди что-то про понты писали. Ребята, вы, наверное, не знаете, что такое понты. Может, вы их никогда не встречали? И слава богу! Но понты это что-то другое. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Если это понты, то тогда вы правы. У нас немножко обшивка в машине, как это сказать, расходилась, наверное, полезла, да? Отклеилась. Полезла, отклеилась, там ничего нельзя, там клей ее не брал, чтобы это было незаметно. И каждый раз ты вот едешь, и дверь просто на тебя обваливается, все. Ну, а в «Газели» по-другому никак, понимаете? Ну, а что? И... Все началось с огурцов, когда я взял степлер. Вчера была луна в степлере. Я когда влог пересматривала, я-то уже знаю, что он машину отремонтировал нам по обшивку, да? Сделал в ней евроремонт. А я потом смотрю, еще огурцы были там вот так вот сделаны. И понимаете, я ржала полвечера. Лайфхак, если ваша обшивка тоже поползла, делайте. Это панты, это панты, это панты, это панты, это панты, это панты. Смотри, где я, лучше смотри, где ты. Это панты, это панты. Смотрите, ребят, главное ровно, по линии, все отлично, я считаю. Луна в степлере вчера была, огурцы получили степлер. Обшивка получила степлер. Сзади, кстати, тоже так. Почему-то эта сторона у нас разболталась. Вот. Так что пробуйте, делайте. Мы вам показали. Вы всегда у нас спрашиваете какие-то советы ценные. Мы вам вот... Не говорите спасибо за эту идею. Да. Разработчик вот. Она к нам идет. Короче, Монечка закончила свою официальную школу, и мы с Настюшей приготовили ей сюрприз небольшой. Покажи. Вот это. На память об окончании школы. О, понюхайте. Розочка. А потом мне. Сейчас тебе тоже открою. Ну, мы же будем здесь. Давай. Мы тут. Привет, дочь, мы здесь. Она кому-то курс принесла. Да? Моника на лето пошла опять, как уже третий, кажется, год подряд. Она вот так, да, нормально с вами? Борофиш, который рыбный. Вон там вот.
Да. Шикарно. Есть чем дышать. Да. Мы по тебе просто соскучились очень сильно, дочь. Видишь, как он соскучился? Да. На, мы тебя с мамой поздравляем. Ну, сирот. Смотрите, какая красота. Только надо эту бирку убрать. Нет. Поздравили Маняшу, как вы видели, это колечко. Очень красиво, очень нежное такое. Мы вообще весь город обыскали на самом деле. Там такое было золото вместе с белым золотом, очень красивое. И оно ей очень подходит, потому что что-то такое строгое. Ну, прям, знаете... Для модники. Да, для нее. Это не было одна из легких задач. Это была очень сложная задача. Вот. Самое главное, что ей подошло, и ей очень-очень понравилось. Я на этого не ожидала. Ой. Вот. Так что такая небольшая началась традиция у нас теперь, да? Как вы знаете, кто знает, что мы дарим детям на 18 лет? Да. У нас от Моники идут все традиции, от первого ребенка. Теперь еще одна. Вот. Все, мы едем домой, и в течение дня у нас менялись планы 10 раз, наверное. Едем на дачу, не едем, куда едем, что делаем. И сейчас вроде едем домой собираться на дачу. Ну да. Вроде бы определились. Ну что, как и обещали, мы приехали на дачу. Вот так вот мы ехали, видите, у нас здесь фасад в машине. Машина вся пыльная. Вы посмотрите, видите? Сегодня срочно буду ее счистить. Потому что уже ужасно, уже нетерпимо. Здесь можно рисовать все, что угодно. Вот так вот мы ехали. Здесь у нас доски. Багажник был не закрыт. Потому что фасад наш полностью не вмещался в машину. Это просто жесть. Это вот все в машине, представляете? Это все в машине. Я в шоке. Бедная наша газель. Хотите, покажу? Смотрите. Вот так вот мы ездим на дачу. А Настюша там вот кушать делает. Я иду, ты видишь, что я бегу? Я даже бегу к тебе с камерой. Опа, посмотрим, что Настюша приготовила нам поесть. Да, я не буду тебе такую показывать. Покороче одень все. Ой, подлиннее, то есть. Не, ну, мне выйти, но... Не, ладно, стой. Опа-на, у нас здесь рыба, рис. Помидоры, а это что? Острота. Острота. Это острые ощущения. О, приятного.
давно мечтал это сделать. И наконец-то я это сделал. Посмотрите, я полностью пропылесосил машину и полностью ее помыл изнутри. Каждую пластмасску, каждую щель. Ну, здесь на сидушке чуть еще протереть. А так, посмотрите, как новая. Красота. Так, ну что, смотрите, я уже все почти поставил. Сиденье поставил. Комары меня жрут. Я уже пшикаюсь чем только могу. Не помогает. Так что сегодня надо закругляться. Друзья, походу, что сегодня ночью опять будет гроза. И опять молния. И дождь, потому что со стороны Литвы, видите, как моргает, очень моргает и гремит. Вот так, ну что, машину я почистил, все прибрал, все поставил на место. Так что пора, мне кажется, ложиться, идти, посидеть чуть-чуть в телефоне, отдохнуть. И пойти спать. Так что давайте, друзья. На сегодня та-та. Спасибо, что вы у нас есть. Увидимся с вами завтра.